12 часа. Если раньше мы ее просто делали на свечку на 12 часа, то сейчас вот этот треугольник я наоборот стараюсь оставлять. Почему? Потому что эта зона ответственна за удержание мочи. Особенно это важно в раннем послеоперационном периоде, потому что у пациентов, к сожалению, при больших объемах железы инкотиненция стрессовая бывает в первое время. И, конечно, хотелось бы выполнить вот такую сложную операцию по удалению 300-400 сантиметров железы. Хотелось бы, чтобы качество жизни было другим. Поэтому мы пришли вот к этому моменту, способу. Сейчас вот как бы диссертацию пишут, ученики у нас патент опубликовали. То есть это вот разница в том, в подходах, которые изменились, скажем так, за последний год-полтора в работе нашей планированной операции. Ну, начинайте тогда. Начинаем. Потихонечку, да, да. Короче, перейдем.